Идея, которую я вам покажу в самом-самом конце видео, так что оставайтесь. Ули забрали конфетку, она грустит. Мне кажется, на Пэттоне это выглядит более реалистично как-то. Ребята, всем привет! Сегодня мы с вами будем делать популярным людям бэйби-фейс. Кто не знает, что такое бэйби-фейс, я сейчас вам объясню. Есть такой фильтр в Снэпчате, который делает твое лицо таким, что оно станет, как будто ты только что родился. Короче, такое супер детское лицо получается, очень милое. Я такое давно уже видела, это такой, ну, достаточно старый тренд. И сегодня мы с вами попробуем сделать это лицо на многих популярных людях. Лайкерах, тиктокерах, просто блогерах. Я выбрала 8 человек, которым мы сегодня сделаем бэйби-фейс. В том числе и меня. Обязательно досмотрите это видео до конца, чтобы узнать, чей бэйби-фейс понравился больше всего, и написать об этом в комментариях. Давайте уже скорее начнем этот видосик, но перед началом не забудьте обязательно нажать на яркую красную кнопочку, которая находится внизу. На кнопочке написано «Подписаться», обязательно нажмите на нее, потому что это наш эксперимент, кстати. Кстати говоря, о нашем эксперименте. Он проходит очень результативно. В начале эксперимента было 56% зрителей, которые смотрят мои видео без подписки. Сейчас же мы сдвинулись уже на целых 2%, на самом деле это очень много. То есть сейчас уже 54% зрителей смотрят мои видео без подписки. И если именно ты хочешь помочь нашему эксперименту, то скорее спускайся вниз и нажимай на яркую красную кнопочку, которая находится внизу. На ней написано «Подписаться». Если вы все сделали, то тогда мы можем с вами начинать. Итак, сейчас я захожу в Snapchat. Я поставила запись экрана на мой телефон, на моем iPad фотки меня и других людей. И давайте сейчас включим этот самый фильтр Babyface. Тут очень много на самом деле фильтров, но нам нужен именно вот этот. Посмотрите, какая я маленькая, боже мой. Нет, ну я реально очень-очень маленькая тут какая-то. О, кстати, тут же есть еще не только Babyface, тут есть фильтр, который делает все очень, ну, как взрослую женщину или как мужчину. Ну, по-моему, бэйби-фейс самый прикольный. Он такой интересный, такой прикольный. У меня такое супер пухленькое лицо, получается, такие супер большие щечки. Короче, это очень прикольный фильтр. Пишите, как я вам с бэйби-фейсом. И напишите в комментариях, пробовали ли вы вот такой вот фильтр накладывать на свое лицо. Если нет, то сейчас можете скачать приложение и попробовать. Давайте тогда идти дальше. Следующий, кто у меня есть, это Настя Кош. Посмотрите! Посмотрите, как я сделала эффект бэйби-фейс. Она такая милая стала! Смотрите! Хотя эта фотка и без фильтра очень милая, но смотрите просто. Это так прикольно, что можно посмотреть, ну, типа, как этот человек выглядел в детстве. Хотя, на самом деле, ну, конечно, это все не совпадает. У всех получается одно такое супер пухленькое лицо с большими щечками, но все же это очень умилительно. Сейчас даже пошел тренд такой. Вот так вот берешь там под такую музыку, вот так вот накладываешь на себя этот фильтр, и вот так делаешь тюнь-тюнь-тюнь-тюнь. Короче, очень забавные видосы получаются. Даже перед началом этого видео я такой видосик сняла. Давайте смотреть следующую фотку. Это Милана Некрасова. Посмотрите, как на ней этот фильтр отображается. Она становится еще меньше, боже мой. Это так мило. Вот такая вот Милана без фильтра, как бы, без этого бэйби-фейс. А вот такая с фильтром. Такое маленькое лицо получается, такое милое просто. Вот реально. Давайте даже прямо сейчас посмотрим на меня с этим фильтром. Вот так вот. И хочется просто так за щечки потрогать. Вот реально, это тот самый еще судучий. Я понимаю теперь, почему бабушки, ну, трогают за щеки детей. Не знаю, мои бабушки так не делали, ну ладно. Смотрим, кто у нас идет дальше после Миланы. Это Алиса Че! Смотрите, вот так она выглядит без бэйби-фейс. Мне интересно посмотреть, как будет с этим фильтром. Так. Алиса вот так вот, ну, у нее такая фотка, что у нее руки вот так вот прям на щечках, и это получается еще милее. Давайте посмотрим следующего. Следующая это Чарли Д'Амелио, вот так она выглядит без фильтра, и теперь накладываем на нее baby face. Какая маленькая! Ну, реально такая маленькая, миленькая получается, я просто не могу. Ну, почему так мило выглядит? Ну, реально. Кстати, мне кажется, что на Чарли как-то не такое прям супер маленькое лицо получилось, не такое супер круглое. Оно все-таки более овальное. Давайте посмотрим на предыдущих. Вот видите, тут получается прям такое прям очень круглое лицо на всех. А вот на Чарли получилось какое-то овальное, не такое круглое.
Но все равно очень милая. И, по-моему, этот фильтр даже делает губы пухлее, да? Ну да, есть так. Такие получаются чисто губы пельмеши. Давайте посмотрим, кто у нас идет дальше. Так, уберем фильтр. И это... Пейтон! Давайте наложим. Мне кажется, это сейчас просто будет, наверное, настолько мило. Ну, давайте попробуем, что. Какой маленький получается! Я не знаю, что на это сказать, но просто... Посмотрите, какой маленький тут. Мне кажется, на Пейтоне это выглядит более реалистично как-то. Реально, как будто он маленький тут. Пишите, как вам Пейтон маленький такой. Так, давайте дальше. Смотри, тут так двигается фильтр. Ой, мне кажется, с фильтром что-то не так происходит. Смотрите, у него лицо двигается. У нас получается лайф-фотография какая-то. Ладно, давайте дальше. Дальше это Влад А4. Давайте наложим на него фильтр. Детское лицо получается, такая прическа чисто. И в пиджачке, и в рубашечке. По-моему, прикольно. А вот как на Юле выглядит. Прикольно. Жалко, что маска на обоих сразу не работает. Давайте посмотрим, как будет на Владе эффект мужчины. Ого. Девочки, ничего себе. Вот это да. Ой. Ой. Идем дальше, кто у нас еще есть? Катя Адушкина! Смотрите, как она выглядит без бэби-фейса. Накладываем фильтр. И мне кажется, Катя снимала с таким фильтром, кстати, видео, но я не помню такой момент. Ну ладно. Но мне кажется, что снимала. Это был такой достаточно популярный тренд. Так. Она такая маленькая получается, бузички. Ну реально, прям супер маленькая. Еще так чашечку держит в таком розовом свитере. Такая прям маленькая. Это так мило. Я подобрала еще фотку кота Куки, ну, Сливки Шоу. Я надеюсь, что на нем сработает. Если сработает, будет, конечно, ну, грустно, но... Хотя, с другой стороны, как можно из кота сделать котенка по этой маске? Ну, давайте попробуем. Не, не работает. Очень жаль, девочки. Но у меня есть идея. Идея, которую я вам покажу в самом-самом конце видео. Так что оставайтесь до конца обязательно, боже. Не знаю, может, какая-то странная идея, но я попробую. Ладно, давайте следующего. Следующий я взяла Олечку. Давайте посмотрим. Мне кажется, на ней это будет супер мило, потому что она вот так вот еще руками тоже держит щечки. Должно получиться классно. Так, смотрим. Ой, какая маленькая получилась. Посмотрите, какое маленькое лицо получилось у Оли. Прям такая супер маленькая, как будто ей годика два, я не знаю. И она так сидит, такой обиженный ребенок как будто. Оле забрали конфетку, она грустит. Поддержим Оле лайком, ребят. Так, ну что, давайте дальше смотреть. Дальше у меня идет Иван Гай, давайте посмотрим, что с ним будет. Смотрите, какой он маленький получился. Ну прям реально, мне кажется, на мальчиках прям вот сильно этот бэйби-фейс работает, реально похоже, как будто они, ну, маленькие. А на девочках как-то не так немного. Мне кажется, на мальчиках более реалистично все это выглядит. Кстати, я зашла к Ване в аккаунт в Инстаграм. Я не помню, у него была вот эта синяя галочка или нет, потому что сейчас ее там нету. Я буду в шоке, если у Ивангая забрали галочку в Инстаграме. Что просто? Нет, реально, напишите в комментариях, была ли у Ивангая галочка в Инстаграме, потому что у него там 3 миллиона 300 тысяч подписчиков. И как бы было бы странно, если бы у него не было галочки, но почему ее забрали? Или не забирали, или ее даже не давали. Но мне кажется, что она была. Ладно, давайте смотреть последнюю фотку. Это Мария, о май гад. Накладываем на нее этот фильтр. И она получается такая супер маленькая. Она на Анютку похожа. Но с этим фильтром она реально становится похожа немного на Анютку. Это так мило. Ну что, ребят, вот такое видео у нас с вами сегодня получилось. Очень надеюсь, что вам понравилось и было интересным. Лично для меня, да, я посмеялась, было прикольно и поумилялась. Это так мило и прикольно, и смешно, короче, да. Обязательно пишите в комментариях, какой из этих всех популярных личностей вам понравился больше всего.
Мне, наверное, больше всего понравилась фотка с Катей Адушкиной, потому что там такой получился, ну, милый образ, как будто она действительно маленькая, и на ней, наверное, лучше всего сработал все-таки этот фильтр, потому что у нее такой розовый свитер большой, она держит чашечку в пледике, и такая милая фотка получилась просто. Обязательно нажимайте на лайк под этим видео, пишите как можно больше прикольных комментариев, и не забудьте про наш эксперимент с количеством зрителей, которые смотрят мои видосики без подписки. Скорее помогайте нам в этом эксперименте и нажимайте на яркую красную кнопочку внизу. На этой прекрасной ноте я буду заканчивать это видео. Спасибо всем большое за просмотр. Очень сильно вас люблю. Целую, обожаю, обнимаю. И всем пока-пока!